15-е лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу, а в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств – крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление тканей. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочный и свекольный. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Приветствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний.